Вас приветствует приют «Лохматая душа». Мы находимся в городе Чехов. Уже 4 года мы здесь существуем, а нас мало кто знает. В приюте содержится 2500 животных. Каждое третье воскресенье мы стоим на губернском рынке в Чехове. Собираем помощь. Пожалуйста, отзывайтесь, приезжайте помогать. Нам нужна помощь всем. Кормами, тряпками какими-нибудь, в общем, все, что у вас есть. Стройматериалы принимаем, принимаем все. Помощь нужна всегда. И нам очень нужны волонтеры. Сейчас линька у собак. Собак нужно вычесывать. Пожалуйста, отзывайтесь, приезжайте. Помогите приюту. Спасибо. Ну, вы как хотите помогать? Убирать вольеры или... Запишите. Руками. Ну, я Лене сейчас вам номер тогда дам, и тогда это, а с ней свяжете. Ну, ну, если... Ну, лучше со взрослыми, потому что все-таки собаки это потенциально опасно, чтобы никуда не тянули руки. А там. Собаки, да, есть кошки, да, есть Валер с кошками, да. Лене номер сейчас... Вот нам доставили корм от доброй женщины, которая решила остаться анонимной. Здравствуйте. Сюда, у нас там багажник не работает. Да? Сюда, да. Ну-ка, снимайте. Где-то. Снимаю. Снимаю. Спасибо. Спасибо большое. Так, нам привезли корм. Ну, имя хотя бы. В общем, добрая женщина купила нам корм. 10 мешков, да? Угу. Вот, 10 мешков. Спасибо ей огромное. Мы сейчас перегружаем в мою машину. Заказала на спецшопе. Спасибо. Да, спасибо огромное, да, спасибо. Так, ребята, нам привезли корм, привезли тряпки, привезли подарки. Это корм. Это для щенка подойдет. Вот так. Так что огромное спасибо людям, которые приезжали в гости. Они привозят нам второй раз. Я потом уточню, кто конкретно. Это от какой-то организации. Вот это все помощь от организации привезла девушка. Ее зовут Ясмин. Так что дай Бог здоровья всем, кто принимал участие. Спасибо огромное. Здравствуйте. У нас гости. Ну, это Елена, которая увидела нас в ТикТоке. Да. Решила помочь. Вот привезла нам корм. Все, сейчас пойдем посмотрим, да? Приют. Да. Расскажите свои впечатления. Люди в шоке, да? Помогайте им, чем сможете, даже если у вас найдутся легкие плохи, не пожалуйста, поступитесь.
потому что они такие же, как и мы. Они также могут любить, также могут чувствовать, также могут грустить. И они не хотят быть просто забытыми, они хотят быть счастья. Пожалуйста, не забывайте их. Не оставляйте на погибель. Спасибо. Спасибо большое.